Ну вот, друзья, как я вам обещал, вот я показываю вам елочку, которая у нас стоит на площади в моем родном городе. Вот. Немножко гирлянда такая тусклая, не очень такие сочные цвета. Вот. Ну так нормальная, как бы, ну средняя. Тут дальше там еще иллюминация у нас есть. Вот там по проспекту. Но я потом иллюминацию попозже вам чуть-чуть сниму сегодня, поподробнее там покажу, она такая красивая. Вот, так что вот такая вот у нас елочка стоит на площади. Блин, фокус что-то сбивается. Вообще не знаю, что-то, может, от мороза, блин, камера, блин, плохо работает, блин. Фокус постоянно сбивается, блин. Вот, так что вот такая вот елочка.